Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать о том, что делать с компанулой после ее цветения. Вот так она цвела летом. Очень необычно красивое цветение. Такое ощущение, что брызги воды повисли в воздухе. Ну, у меня вот такие ассоциации. Если кто-то первый раз столкнулся с этим цветком, то у него может сложиться впечатление, что после отцветания компанула начинает умирать. Хотя это не так. После обильного роста и цветения, которое начинается весной и заканчивается осенью, компанула как бы впадает в период спячки. И у нее остается небольшое количество зеленых веточек, которые мы и должны сохранить на ней. Все же вот это сено, которое у нее получилось после отцветания, нам нужно по максимуму убрать. Все вот эти засохшие веточки – это отсохшие ветки с бутонами, когда-то цветущими. Что я сейчас и сделаю. Уберу всю вот эту вот сено и солому и оставлю только зеленые ветки, на которых в конце нету бутонов и не было бутонов. Лучше всего эту работу выполнять маникюрными ножницами, чтобы не отрезать лишних частей компанулы. Вот такой кургузый кустик остался, и его нам нужно сохранить до весны. Обычно в марте, даже в конце февраля, компанула уже трогается в рост, когда значительно световой день прибавляется, и цветок начинает чувствовать приход весны. Чтобы ее сохранить, желательно компанулу поставить в самое хорошо освещенное место в доме, поближе к окну, там, где более прохладно. Поливать нужно тоже очень аккуратно, потому что в это время года очень легко компанулу залить. Конечно, до совершенно скрипа и сухости мы не доводим землю, но даем основательно все-таки просохнуть и только тогда поливаем. Поливаем понемногу, потому что вегетативной массы практически не осталось, она ее всю скинула. И опять же, повторюсь, велика вероятность цветочек залить. Еще одна компанулка. Это уже Bicolor Berlin. Я ее покупала в магазине. После пересадки весной она у меня тронулась в рост. Очень красиво и пышно цвела. Ну вот сейчас тоже отдыхает. На ней значительно больше зеленых листочков сохранилось. Ну и кустик сам по себе был гораздо крупнее. Поэтому я тоже уберу засохшие ветки. В дальнейшем буду ухаживать за ней, как и за всеми остальными компанулами, поливая по мере необходимости, поставив поближе к окну, чтобы было прохладней, и буду ждать того, когда она пойдет в рост. Thank you.
собственно говоря, и все. А, еще во время вот этого периода покоя, который у Компанулы с осени и практически до конца зимы наступает, удобрять ее тоже не нужно.